Так, всем привет. Мы вновь на барахолке. Сейчас поглазеем на красоту, наверное, различную. А перед началом похода, друзья, напоминаю, что есть сообщество Viber. Ссылочка будет в комментариях и под видео. Проверенные продавцы со всей страны с прекрасным ассортиментом. В общем, добавляйтесь. Посмотрите, что как, к чему. Какая вазочка. Такая вот. И всего 40 гривен. Представьте себе. Барановка заварнички. Там тоже 30-40 гривен. Цены достаточно смешные на барахолке. О, наклейки, ничего себе. Да. Это ложки, вилки. Картина. И даже две снегурочки. Во какой ассортимент. А почем кассовый аппарат? 500, да? Он рабочий? Ага, с терминалом, понял. Вот так вот. Даже кассовый аппарат где-то сняли. Приколы нашего городка. Трусы по 10 гривен. Погнали по рынку, походим, посмотрим, что тут продают. Сколько фарфора разного. Как вы хотите. Балерина. Да, да, да. А что так? Чё, зачем? Сколько, сколько? Нет, так это нормально. Да, я красиво там всё поставил. Да. Ну, я думаю, сейчас я тебе уже не защищаюсь. Я как раз там подсобрал. Прикольно. Там вороны такие. О, кстати, смотрите, блюда. И возле соседнего подъезда Кринова, короче, Кузнецов. Кузнецов. Мы сейчас снимать, там снимать. Косовались, подходят ко мне. Да, это городской. Всякие всячины. Здравствуйте, да хотели вот это ж вас снять, только не знаем, там это, то есть все. Я говорю, да иди гуляйте. Ну, короче, вы тоже не тони, говорит. Сто. Там все много, ну, не позитив, какой не позитив какой-то. Ассортимент товара, кстати, гляньте. И потом же, чайка, потом же сам один, второй, говорит, ну, звезда, именно, ну, увидели. И Владик вот этот чувак. А, так засняли? Да, засняли. По телевизору. Ага. Ну да, не помнишь, там это. Не, ну я ж не ради славы, я ради тирани. И Владик потом звонит, говорит, ну ты звезда. Ну это, ну, главное, говорит, что у него там за углом, короче, городел. А вот тут у него антикварная лавка. Ну, то есть все хорошо. Это что он нам не давал работать поначалу. А подскажи цену на вот это. 600. Ага. И вот это 500. Вообще шар. Вот так, друзья. Вот у нас Ханукия. Какая-то интересная. Вперед одну свечу вынесли. Судя по всему, или бронза, или латунь. Почем такая? Это бронза или латунь? Че фиг его знает. Хай сами разбираются, да? Дуйчик. Ну сегодня лень раскладываться, да? Лень, да, врезая, есть такое, да, после Нового года. Ух ты, ничего себе. Тут, друзья, кило 3 железа. Видите, старый утюг. В общем, приехал же директор, за ним же, чтобы он же выставил вагон, чтобы разгружали на выходной. Тут 140, а тут 100.
двери, сука, там, блядь, еле держат. Разные цены. Ракушечки есть, видите. Короче, все, что хотите. Турецкая тарелка. Все, что ты будешь нести из завода, чтобы даже не трогать. Не веди карты в порядке. Так и живем. Sony PlayStation. И всего-то каких-то 300 гривен, представьте себе. Это первая Сонька, по-моему. И видеокарточка есть, видите. GTX 560. Эротические журналы. Видите. Зажигалка. Собираем. Еще нравится. Рыбалка. Такой фестон. Всякого добра, видите, что хотите. Просто все, что хотите. А какие ты покупки? Красота. Вам бы его показать полуновить. Давайте я вам по первому сорту. Ой, тут такая до нее страшно дотрагиваться. Да не, ну чтобы ее не раздавить. А вы это не раздавите. Это ткань. Ну да, это ткань. Ну я вижу. Я понимаю. Не, просто есть фартура. Скажите, высший сорт. Ну что, красиво что-то. Красиво что-то. Так в чем проблема? Надо покупать. Подумайте. Да? Подумайте, да. А собачки у вас? По 500. Друзья, редкий дракон полона. Это уже ближе к 90-м, по-моему. Может, не? Дракон очень редкий. И почем дракон нынче? Как раз год дракона. Угу. Вот и, кстати, друзья, как и сувенир, год дракона. Дракона кому-нибудь подарить. Очень редкие. Я их видел буквально пару раз за все время на барахолке. На рынке. Правильно, классно. А что это за курочки у тебя такие? Курочки... Что-то из современного, да? Не могу сказать. Через завод, но... А может, кузнецу? Кто-то как будет идти, кто шарит, как купит, и будет ему счастье. Эти вазочки интересные. Вот красивая ваза. Угу. Такая очень вообще красивая. Необычная максимально. Да, красавица. И почем такая? Уже 500. Цены более чем доступны. Угу. Продавца всегда можно узнать по такому бархату красному. Да, хорошие цены. Да, по первому ряду. Зашли вот там раз-раз. И здесь все, что вас интересует. И постоянно новый ассортимент, что интересно. Человек старается обновиться максимально, да. Что... Ну и всегда можно пообщаться, поговорить, поторговаться. Так что, друзья, приходите. Полтава. Часть сервиза. Так, друзья, как всегда, эксклюзивчики. А что это такое, ты мне лучше скажи? Аргентина. Аргентина? 34-й год. Немцы для Аргентины делают. Хорошо себе. Серьезная вещь. Это что-то наподобие? Да, это... Свица. Вещи, ножички всякие. Вот это вот аргентинец. Вот аргентинец. Вот это аргентинец. Да, зрение лишает хулиган. Доброго дня. Друзья, вот такие вот вещи. Кого что заинтересует, пишите. Есть контакт продавца. Открывай. Греха подальше. Вот такой вот эксклюзив. 2,5. Кузнецов на рынке еще. Такая вот штукенция.
видите, Кузнецов. Какая-то рваная бумажка, что-то, наверное, интересное. Ничего себе. План города Екатеринослава. Смотрите. И здание Овчинникова. Видали, что творится? Какой это год? Очень непонятно, да? Остров Монастырский, еще без моста. Интересно. Слышишь, по участкам. Первый участок, второй участок, шестой, четвертый. Вот, вот еще где была не это, не возле моста, а вот здесь был порт, порт за мостом. Они вот здесь дышат. На Синельниково ехать, да? Интересная карта. Это же вот еще Гагарина вот здесь. Ага, да, еще был лес, городской лес. Городской лес. Ну, это же не городской лес, потому что сейчас открыто. Зеленый гай, да, по-моему? Парк. Кладбище, кладбище. Фабричное кладбище. Не кладбище, блин. Городское кладбище, фабричное кладбище. Еще какое-то тут кладбище. Вот кладбище. Тут где-то было кладбище. Ё-моё. Да. Ну это сейчас же здесь же этот стадион. Не параллельно? Да. А ну на месте кладбища. Да. Вот дают. Это что за? Это 50-й год. Сталин. Сталин. И еще какие-то люди, да? Это он на каком-то крейсере. Да, на море плывут, наверное. И.В. Сталин на крейсере Молотов. Все союзная художественная выставка. Да, какие эксклюзивы, друзья. Для каждого на барахолке найдется какая-то своя интересная позиция 100%. То, что вас вовлечет и заинтересует. Смотрите, друзья, итальянская картина. Такая рамка. Картина итальянская, а пейзаж такой украинский. Хутор такой, речка. Наталка-Полтавка садись. И почем такое чудо? Прошу, 500, а там разберемся. Всего 500 гривен, друзья. Так что приходите. Народ тусует. Покажите пока. Пакуется. Идеальное состояние. Это премиальная ваза. Когда-то приз, первую премию на были экспо, как вот сейчас экспо, выставки. Там да, выставки, но это была европейская и чешская, богемская заняла вот этот, эта серия арбузная, первое место тогда. Это, ну, 70-е, 80-е года. И причем такая красота? И это идеально. Ну, 1500. Они очень недешевые. Да не, ну, это их и вещь. Их собирают весь набор. Более нульцевые. Угу. Ну, она прям в идеальном состоянии, да, и не поцарапанная, и смарочка, и вся прямо очень-очень-очень в хорошем состоянии. Огонь. Так что да. Звезда ищет героя. Сейчас мы тоже, друзья, обсудили, что продавец добавится и в группу Viber, будет товары выставлять, так что тоже добавляйте, ссылочка будет под роликом в описании, к видео, в комментариях. Всю вот эту красоту можно будет обсудить, ну, как и по телефону, в принципе, контакт продавца, а так и на просторах интернета. Добра всякого. Уже очень много продано. С утра люди приходят с конкретным желанием. Не, ну так и надо. С утра люди ходят по конкретным продавцам, пока у них есть новинка. Да, это правильно. Это я пока высплюсь, пока фигней пострадаю. Все правильно. Но. Это тоже нужно. У каждого своя. Я не могу. С утра холодно, страшно совсем. А так хоть днем уже как-то веселее, люди добрее становятся. А с утра все злые, пихаются, недовольные. Да, вот это прикольно светится в кадре вообще. Вот видите, как прикольные какие. Так что так, друзья, на этом будем завершать. Всем хорошего дня. Видите, кала такая прикольная. Хорошего дня, настроения отличного.
И до новых встреч на барахолке. Тут тетя Катя предлагает напиться. До всрачки. Что вы думаете по этому поводу? Лимонада. Тетя Катя против алкоголя. О, блин. Лимонада. Я думал, сейчас сообразим на двоих. На двоих. Что, такие бедные, что на двоих. Раньше по бедноте на двоих соображали, чем на троих. Что? Сейчас можно и за бесплатные. Иди, транспаранты, флаги, и тебе нальют, и накормят, и, блин. Так и можно в жопу, и, блин, иди лопатой к окопу рычи. Так можно под горсовет, сегодня там митингуют, еще успеваем. Да пусть митингуют, это не для меня. Так вы не пробовали, да? Я уже взрослая митинговать. Но как в песне, все равно обманут, ничего не дадут, да? Все равно обманут, ничего не дадут. Такие бутылка, это самое древнее, старинное стекло, это 100 гривен. Ого. Чего? Нормально. Нормально пойдет? За 50 отдаем, да? Вы как говорите, ого, оно прямо улетает. Надо почаще вам ого говорить. А то еще ого-го-го. Иго-го, что можно. Так, такие 80 гривен. Что оно все обрисованное? Ну, какой поступило. Значит, даже убирать ничего не буду. Вот как есть, так и есть. Ни стирать, ни лаком крыть, ничего не буду. Это так, плохо. Как поступило, так и поступило. Такая печенница в рабочем состоянии. Ого! Печенница. Прикол. 50 гривен, да? 50 вот это? Гривен. А что так дешево? Ну, так я захотела. Так я хочу, такие у меня цены. Вот это вот в духовку, в печку СВЧ 200 гривен. Это итальянская посуда. Ага. А. Самой Италии? И самой Италии, да. Нет. Электрочайник. 30 гривен. Тридцатка. Что, работает, что не работает? Что, 30 много? За 50 давайте. Это мало, 30, потому что... Да. Да. Говорите 200. Давайте за 50. Он чем-то не годит. Да всем он годится, мужчина. Ну иди, испугали мужика. Мужчина, не провоцируй меня на ругаться. Испугали мужика. 30 гривен всего. Мне тут снимают, не провоцируй. Надо было дороже говорить, тетка. Хотя бы 200. А так бы мужика испугали. Так, графинчики. Это под пиво? Что-то это самое, не счёк. Это самое. Здравствуйте. По 50 гривен. Вот такие вот одинаковые. Один в один. Вместимость сделана. А там вот есть наклеечка, а там нету. Это плохо. Надо наклеечку. Стирать не буду. Как есть, так и есть. По 50 такой, 30 гривен такой. О, то вы на Новый год выпили, да? Пар, что там? Петриковская, Петриковскую пили. Сегодня у меня еще такая здоровенная на 2 литра бутылка была. Но она уже продалась. Ничего себе. А что вы сегодня отмечаете? Ничего я не... Сочельник или крещение? Я ничего не отмечаю. Я не пью, я не отмечаю. Я только ем. О, так это эксклюзивное. Даже не ем, у меня обжирало. А купаться пойдем сегодня? Да ну что, я чумачечая, у меня ларингит и вообще. Я девушка взрослая и уже... Ну говорят, она лечит все болезни. Занырнете с ларингитом, вынырнете здоровая. Как это помню, сказка о коньке-горбуньке, он в три котла нырял. Помню, но не нужно верить всему тому, что написано, блин. А что это за сумка? Сумочка, 200 гривен такая сумочка. Это еще Сталин с ней ходил, по-моему. Ну, Сталин не Сталин. Судя по ее внешнему. Вот эта вставка бронзовая, вот. Внутри она целая.
Ага, такая грязная. Целая. Ну, то историческая грязь. Ее ж не то, чтобы носить. Делать селфи для... В сервант, да, в сервант. Для... Люди коллекционируют, это самое, одеваются под 50-е года, так как она 50-е года, и делают селфи. Жабу показывала? Жаба, денежная жаба. Угу. Эту жабу мне подарил, это у меня это самое, покупатель мой любимый. Жених, оптовый. Короче. Ну что сразу жених? У меня нет жениха. Называйте все своими именами. Здравствуйте, Наталья. У меня нету женихов. Я их это... Потому что настоящие мужчины, лично для меня, у меня запросы, может, я кому-то вот такая кособока, там кривобока кажусь, неважно. Для меня, мои мужчины уже все. То есть у меня настолько-то великие запросы, но никто ко мне ни на какой телеге, ну ни я к ним подъедет. Мужчины это самые бедные, не только финансово, почему-то ко мне подъезжают, чтоб я их откормила грудью, деньгами, стол шведский стол им руби, блин, стирай их вонючие носки. Нет, все не для меня. Не, я понимаю, стиральная машинка, все забросил. Все. Не, никак. Я только на одной территории, я одна, но кошке я позволяю жить. Второй человек не может. Я могу выдержать его, ну, день-два, потом я нервничать начинаю. Она мешать будет мне. Смысли сбивать, да ну, мало ли, вообще с жизненной темы. Все правильно там написано, 50 гривен. Значит, чуть-чуть нас прервали, уважаемые хорошие люди. А тетя Катя привезла помощь от ленд-лиза. Там один танчик. Это Абрамс? Один танк, 200 гривен. И такой 200 гривен. Со снарядами? Ничего себе. Обязательно. Снаряды ваши, танки наши. Что там рыбалка? Нема по рыбалке, ничего? Не, пока. Так, а такой 30 гривен на запчастку. О, вот это классная штука. Такой это вас накачает. Массажист. Это не массажист. Стоит. Это для прокачки пресса или других мышц. Ну... Он же типа подает электромагнитные импульсы, которые заставляют их скорачиваться. Но вообще штука бесполезная. Чего-чего? Хотя как вообще штука бесполезная, хотя как массаж именно. Может, кому-то и заходит. Она полезна только... Их раньше в 2000-х по телеку рекламировали. Она полезная для моего кошелька. Это лента бумажная. 100 гривен. Это да. А он рабочий, вы проверили? Надо же себе наклеить куда-нибудь, чтобы оно дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Куда хотят, туда и клеют. Какую часть тела хотят, туда и клеют. Я не буду говорить, потому что все-таки нас дети смотрят. Я девушка порядочная. Скромная. Скромная, порядочная. Вот. Не будем рассказывать, куда чего клеить. Люди найдут. Кому куда чего заклеить. Так, значит, это самое. Ну, цену у меня здесь все написано. Угу. Так что все. Все вроде бы сняли. Сегодня. А как Новый год встретили, вы не рассказали? Чудово встретила Новый год. 12 часов дома встретила от пуза, наелась, спала, ела. А что ели? Колитесь. Вот, людям же интересно. Ела, и рыбы всевозможные, это не заливные, вот это как говорю, какая гадость ваша рыба. Нет. Этот фильм я не смотрела в этот год, да уже и прошлый год не смотрела. А его не показывают. Ну
хочу одним пальчиком вот так вот и вам покажу. Так нельзя, тюрьма, 10 год. Ну, я помню, если все по 10, сколько у меня нельзя, я столько не живу. У вас пойдет это по совмещат. Я... Ну, смотрите, там по 10 гривен. На губ, под глаз я там. А для пяток есть мазь? Появилась крема? Да, у меня там что-то есть, какие-то крем. Хоть для пятка, хоть для рук, хоть для лица. У меня один крем многофункциональный, начиная от лба и кончая пятками. Блин. Обмажешься увесь обмажешься. Так, ну, передавайте привет, прощаемся. Передаю людям привет. Олежка, Саша, привет. Саша, обязательно привет, потому что нам с ним стало дорого общаться. Чего, что такое? Ну, у него один, а у меня другой, у меня лайки, старая, у него другой. И нахрен снимают, блин, по-жестокому, и не жалеют, и хоть и трижды тетя Катя снимут по полной, блин. Так что не Катя. Ну, в общем, такие дела, друзья. Барахолка продолжается. Привет. А мы идем дальше. Всех люблю, целую. Вот, благодарю, что смотрите нас. Я тут одним глазом на вас, другим глазом кругом вокруг себя. Он уже деньги дают. Давайте, торгуйте. Так вот и дешевле, 10 гривен. Разве может... Да он понимаете, он у вас... Это ваши проблемы, 10 гривен. Это не яблоко, он не сгниет. Он и завтра будет, и послезавтра рисовать будет. Карандашик ниже десятки. Что может ниже десятки? Я ниже... У меня хлеб не стоит. Ну, ты извините, займите у кого-нибудь. А зачем мне занимать? Ну, я не могу не... Надо! Что вы как маленькая? Да, маленькая. Днепропетровск большой, каждому ниже, блин. Отпустят ниже плинтуса, зароют, блин, это самое. Сиди и не гуди, блин, называется. Сколько можно быть доброй? Все и так по 10 гривен, нахрен. Извиняюсь, что-то хренами я раскидалась после Нового года, блин. Все холодец с хреном, блин. Там еще что-то с хреном. И, да, некоторые говорят, и жизнь хреновая. Не будем хрен вспоминать, это склонять. Его можно рассказывать, блин, да не могу, блин. Люди добрые, простите, тетя Катя разошлась. Фантомас разбушевался. Не, ну, у меня просто возмущает, потому что и так маленькая цена, унизительно маленькая. Ну еще ниже давайте. Ну куда уже ниже? Всех люблю, целую, до встречи. Приходите, жду. Да, и на вас накричат. Приходите, что ли? И на вас накричим, да? Не, ну, придут духами вот так из головы до ног, блин. А попшикаются во все дырки. Еще говорят, давайте дешевле. Ой. Такое бывает. Все, всем пока. Всем пока.